Добрый день, дорогие друзья. Кто со мной? Рад всех видеть. Немножечко о себе. Биографию, да? Ну, немножко показать вот хочу. Ну, тем, кто там говорит, алкаш, там, туда-сюда, как бы, это вот мои медальки. То есть, занимался жим-лёжа, слит спода. МСЕшники отняли у меня возможность заниматься спортом. Ну, как бы, тут вот награды всякие тоже полно, куча этих дипломов, пачка целая всяких по спорту, по творчеству и везде, как бы, вроде полно их там всяких. Как бы уже говорил, начал я писать с 18 года, 2018. Девушке посвятил первую песню. Остальные песни, которые там девушкам написаны, они все придуманы. Как, ну, я когда пишу, допустим, вхожу в образ влюбленного человека, допустим, и женщине пишу, там, как бы я, как влюбленный человек, спел бы, да, там, или что, стихи эти написал девушке. Жаль, вот в этом месяце у меня не получилось ничего скинуть, никакой песни новой. У меня там были на тетрадке написаны, я их куда-то потерял, короче, найти не могу. То ли, не знаю, куда-то, то ли свистнули у меня их. Так что в этом месяце, друзья мои, оставляю вас без песенки. Уезжаю полечиться на 21 день. К сожалению, тоже нет возможности будет скинуть. Ну, приеду, там запишу что-нибудь. Напишу, пока будет время есть, стихи. Жалко, конечно, что тетрадки эти утерял, такие хорошие песни там были. Уже написаны, даже готовые. Ну, как-то так. Аппарат снял, еду лечиться, поправлять здоровье. Желаю вам всем тоже крепкого здоровья, благополучия в ваших семьях, любви, достатка, всего самого доброго. Всем спасибо, кто со мной, всех люблю. Ваш Владимир Телятков.